короче, какой бы ты крутой бегун не был, в Индонезии правда тяжело бегать. Ну вот я за 10 минут, наверное, за 15 выдохся, наверное, как за час бега в одном темпе. Рулит лица к лица, рулит лица к лица, лица бра, рулит лица к лица, рулит лица к лица, рулит лица к лица. Рулик лица к лица, рулик лица к лица, рулик лица к лица, рулик лица к лица. Это Феррари, Портофино, да со спеца. Рулик лица к лица, рулик лица к лица, рулик лица к лица, рулик лица к лица. Yo, what up, G? Dude in the house, my nigga. Приехали в гости, что, да? Заходите, я покажу, что у меня тут, блин. Они тут могут что-то на районе у нас. Работа моя, хлеб. Это ты еще и синь-концов! X-Leisure, X, money. Сюда поработать, все, убирайся. А, стой, а почему ты постоянно вот так показываешь теперь? Потому что ты раньше так не делал, слышишь? Ты че? Let's go, Jack! Я на спонсорстве! Оп, смс-ка пришла, все нормально, все нормально, получил. Едем. Почему мы не едем на спонсорстве? Снова здравствуйте. Я оставил свой байк, который взял в прошлый раз. Несколько дней. Я не брал байк на месяц, потому что вы знаете, что я люблю все ломать. Ну, не люблю, так происходит. И поэтому я лучше по пару дней арендую, так понадежнее будет. Что делать этим утром, кроме как тренироваться с лютым? Приехали в Индонезию, чтобы жить по московскому времени, ха-ха. Вот, все спят, я еле-еле заставил себя встать, потренил. Ребята, я не мог не остановиться, вам этого не показать. Просто как дела с Pizza Hut'ом. Вот просто раз, два и три за 260 тысяч. Это знаете сколько? Вообще очень мало. День, не помню какой, кстати, день выступления сегодня. Я был на океане, сейчас побежал бегать и тренироваться на поле. Сейчас вам заценю поле. Это будет пушка. Бро, я убежал еще. Бля, ну, слов нет. В очередной раз. Вы просто посмотрите. Серединочки водички. Правда, дождик начинает капать. Но это вообще не помеха. Сейчас добегу до поля, покажу. Как я уже говорил, я прибежал на поле. Выглядит оно примерно так. Где-то здесь вдалеке дети стреляют из лука. Кто-то тут еще. Кто-то занимается спортом. Занимаюсь. И только сейчас увидел вот этот потрясающий. 5 минут медитации и круговая тренировка получасовая. Приехали на саундчек за полчаса до открытия клуба. Прикольно граффити. Район Семеньяк. Hello. Hello. Девчонки. И так далее. Вот клуб опера. Здесь у нас будет сегодня мероприятие. Оказывается, местных не будет, потому что у нашей подруги на днях депортировали друга, который играл на тусе, ну, без разрешения, на работу здесь. Соответственно, это полный фарш. И если будут местные в клубе, то тогда, возможно, прикроют тусу и нас тоже депортируют обратно. Когда я ем, я глухой нерв, когда я ем, я глухой нерв. We'll be right back.
Это шок контент, они пытаются вытащить, блядь, забетонированный столб. Вы понимаете, чтобы вы припарковались, блядь. Что это просто за дендюки? Как вам такие парковщики? Он до сих пор пытается это сделать. Что по светофорам вообще? Что по движению? А перекресток? Это какой перекресток? Чтобы вы поняли, где мы? Тони, да. Как сам вообще? Да я в ахуе, братья. Я наконец-то хоть что-то увидел, как в Конго, понял. Ну, а там еще можно подняться на фуникулёре наверх, и там вот такой басик с обрывом, как вон. А где фуникулёр? Вот тут. Тут мутит подъемник. Короче, уселись. Я теперь хожу только в очках. И в океане, походу, буду купаться в плавательных очках. Потому что мой глаз... А вроде не сильно видно. Саш, какую ты будешь пиццу? Вкусную? С беконом и с ананасом. Да, с беконом и ананасом. Да. Короче, глаз у меня подопух. Непонятно из-за чего. Либо из-за того, что я на мопеде катался без очков, без защиты, без шлема. Либо мошка залетела, либо кто-то укусил. Ну, короче, на солнце желательно в очках быть. И в воде. Такие дела. Сейчас я вам покажу, где. А я уже показывал. Я его не... Мэн! What's up? Hello! В общем, вот мы, короче, на фуникулёре и поехали. Нига, мы гоним очень страшно на скалу. Один шнурочек, как бы, да, если что. Опа, смотри, вот он уже не тянет. Вот уже страхово становится. Даже мне стало немножко не по себе в моменте. А куда тут выходить? А, все, понял. Thank you, bye. Такого дождя никогда в жизни не видел. А камера опять ничего не передает, но это дичь просто. Я видел. Выходим из дома, тут местный праздник какой-то. Выгляжу примерно так каждый день. Короче, это Sky Garden Club, он входит в топ-100 лучших клубов мира. Здесь рэп играет, наверное, сюда походу. Ладно, идем дальше. А что за ступор у вас тут, я не понимаю? Еда, Саша. Короче, ладно, мы в раю. Мы ни хрена пока не понимаем. Да, но мы только зашли, но мы в раю, я отвечаю, здесь вот как. Mm-hmm.
Ситуация следующая. Приятного, всем приятного. Спасибо. Ага, так это выглядит с алкоголем, там огромная очередь, вы подходите к кассиру, выбираете, что вам нужно, показываете, что вы хотите взять. Два напитка в руки отдается, она дает вам чек, и вы проходите дальше. Так. Здесь пиво, виски. Там остальные напитки. Say hi to Russia! Hello! Мы заказали хот-доги в половину третьего ночи с нашими друзьями из Австралии. It's good, yeah. And we love hot dogs. Yeah, really like it. You know, because it's not that expensive, but it's super style. Yeah. Yeah. Bon appetit, my friend. Oh, yeah. Oh, you got sausages. I really want it because I'm so hungry. Yeah, I mean, what are you gonna do? You're high, man. Я жду свой сэндвич просто как этот, как Саня Нигер. Деревня, как типа палата шаурмы, понял? И там прям ночь, и короче. Конечно же, никто ничего не понимает, вообще ни по-английски, ни по-чему, потому что мы находимся в какой-то деревне, но просто говорят, что у них есть типа свой, типа, такой местный фастфуд, мощный, я сказал все. А, ничего себе, тут немножко меня наебали. Я думал, мне еще сосиску положат. Но мне этого мало, Нигер. Мне этого мало. Я сразу говорю. Ну ничего, я все равно съем. Thank you, bro. Hi. Ну вы поняли. That was great. Oh, go ahead, buy it. Yeah. That was good. How do you fucking turn this around? That's what. Ah. Oh. Tasty. Nigga, what? That's tasty. Very tasty. Very tasty. That's what I want. And after the tasty shit hot dog, I wanna drink some cola. Please, my cola. Посмотрите, какого она размера просто с мою руку. And now I just try this shit. Taste this shit. Some chocolate. I had an amazing time here. Yes? Yes. An amazing time here and it's beautiful. Would you like to try some? Yes, I really like to. Oh, I appreciate apple pie. Yes. Russian apple pie, Charlotte. I just tried Charlotte, yeah, right now. Good Charlotte. Oh, Indonesian Charlotte is very nice. Yeah. I wanna record this. Frogs fucking. Просто кончил там сзади какой-то подходит. Успел снять, как он до нас доебывал? Да не успел ничего, я ехал на мопеде. Нет, он к нам шел тут. Нет, я только что удалил это. Короче, приехали, паркинг. Паркинга вообще никакого нет. Нам, дебил идет по-английски, нам говорит. Pay. Чтобы припарковаться в кустах просто на байке наебучем. Место до пизды. You must pay. В итоге in English, базарит, короче. После того, как я ему начал говорить, что он долбоеб, он говорит, I don't speak English. What? Вот отсюда, кстати, видно, что этот голубой свет создают реально рифы. Вот если бы рифов не было, вода была бы темная, видишь?
окей. Стой, дай давай еще раз. Трахается с этим дерьмом. Да, сука! Что ты спрашиваешь? Неприличные вещи опять. Нет, Соня, неприличные. Я же снимаю просто видео, а ты, блин, портишь контент. Да ты выключай, надо что-то сейчас. Я уже выключил. Можешь зазумить, короче, чуть-чуть и вот. But wake up in the sky, you can tell me I'm fine. Как дела вообще? Вы только посмотрите на эту красоту. И на эти руки. Мы в раю или нет? Вот да. Только гляньте еще раз сюда. Пиздос полный. Фу. Ага. 1/4 лестница. Ступеньки так по-ублюдски еще расположены, что это в 2 раза больше устаешь, потому что они на, короче, вот ты по одному шагу на ступеньку не можешь делать, даже моими шагами, бля, короче, вы поняли. Жак Соня где-то там, я уже почти, нихера не почти еще пришел. Так я в очередной раз прошу прощения в ахуе. Кто-нибудь из вас видел это когда-нибудь, ну, в течение всей жизни на заставках ваших экранов, типа, компьютерных или что-нибудь в этом роде? Я здесь. Как дела? Серьезно? Я хочу... Что вообще такое? Это нереально все. Вот камере никогда не передать. И еще один замечательный момент, друзья. Вот вы видите, все место, вот где вода, вот здесь вот, да, вот здесь вот. Обычно это пляж, просто сейчас прилив. Блин, как бы я хотел передать вам просто объемы, масштабы того, что мы сейчас видим. Вам видно просто немного красоты, но... Что видно нам, это просто неописуемое дерьмо. Вау! Какого? Да какого хрена, нига? What's up? Нига, what? Нига! Бля, я чувствую себя реально в фильме Лара Крофт, типа, что ты понял. Я вот это все смотрю, мне кажется, что сейчас Анджелина Джоли откуда-то спрыгнет на веревке. Я в чил-зоне. Посмотрите только на это. Все сёрфят.
многие отдыхают, местные чилят тут. Какой-то видок есть еще, я вроде его как-то показывал уже. Уже ничего. Короче, идем на яхту. Вот она там. Да, да. Стоп, стоп. Первые 20 минут. Полетели. Трансфер на виллу. Ой, трансфер куда? На яхту. Здорово, упыри! Прошло 3 минут, как я съебался оттуда. Уу, тусуемся!